Ну что ж, друзья мои, я даже не знаю, как все это сказать, как все это озаглавить. Наверное, можно озаглавить все это одним словом. Случилось, сбылось. Вот когда вы все это смотрите, то есть новость это я буду читать старую, когда еще ничего нет, когда еще, наверное, никто не знает, какой будет исход. А вот, я не знаю, когда вы смотрите данный видеоролик, когда я его смонтировал, когда я его выложил, уже все ясно. Уже всем все ясно, уже все все знают, уже все все видели там по несколько раз, заходили на сервак неоднократно, все вот это вот там делали и так далее. В общем-то, что хочется сказать всем вам? Ну да, да, все это случилось, все это там сделалось и так далее. Ну давайте не будем тянуть там, я не знаю, хронометраж кота за вот там вот эти вот все его одни места, за все вот эти вот там, может быть, вторые места и так далее. То есть давайте вот это вот все мы просто делать не будем, мы просто как-то вот со всем этим, ну, по-нормальному, возможно, смиримся, возможно, там, я не знаю, сделаем еще какие-нибудь вещи, вот, и, то есть, ну, как-то бы вот все это сделать, ну, не помешало бы, наверное. Однако, вот, давайте вот как-то ко всему этому перейдем. Дождались. Открытие 16-го сервера Black Rush состоится уже через 2 дня, а точнее, в эту среду. Открыв этот сервер, проект полностью сравнится с Arizona Roleplay по количеству серверов. И почему-то забыли уточнить, но и по количеству онлайна, как бы, они тоже сравнятся, потому что типа у Arizona RP 16 серверов, значит, что и у Black Rush, как бы, ну, 16 серверов и 16 тысяч онлайна, соответственно, потому что на один сервак там типа 1000 онлайна. И вот знаете что? Я-то уже все знаю, я-то уже все видел, я-то уже все прекраснейшим образом понимаю, и Black Rush, она, разумеется, ну, открылась. Да я думаю, ни для кого это не секрет, тем более, когда вы смотрите данный видеоролик, она открылась. Открылась там, знаете, более чем успешно. Там все было замечательно. Там вот, то есть они эти серваки штампуют, открывают, то есть делают все, я так понимаю, правильно. А, там закупают кучу ютуберов. Уже, наверное, все ютуберы, которые вот только есть, которых только можно было купить, они их всех купили. То есть, ну, наверное, я полагаю, что сделали они правильно. Возможно, нет. Возможно, что там, я не знаю, когда у тебя много серверов, большой онлайн, там, не знаю, люди донатят большие деньги, возможно, это неправильно, но, разумеется, сейчас я несу полную фигню, и Black Rush все делает правильно, несмотря на то, что как и у Arizona RP, так и у Black Rush есть свои какие-то хейтеры, свои какие-то там, не знаете, ненавистники, которые даже, ну вот, если я могу еще более-менее объяснить, на чем обоснован хейт Arizona RP, это вот те самые ролики Данила Герера, да и просто чуваки, которые не особо понимают вообще, как работают вещи во всем этом бренном мире, они типа такие, ой, там вот, да, все, нам вот это вот не нравится, нам вот то не нравится, как такое вообще может быть, зачем все это надо, для кого все это нужно и так далее и тому подобное. В общем-то, много всего там есть, но я не знаю, то есть я ничего не могу тут сказать, просто вот оно есть, да, вот оно вот присутствует, оно вот так вот существует, и ничего с этим поделать, к большому сожалению, нельзя, да, то есть сейчас у нас есть 2 самых больших проекта, это Arizona RP в GTA Sampe и вот Black Rush в GTA Core MP, у которых там свой лаунчер, у которых там все свое, они ни от кого не зависят, у них все вот это есть, при том, что Arizona RP в данный момент, она зависит как бы от GTA Sampe, хотя у них уже тоже есть свой лаунчер, но будем честны, все ли 16 тысяч человек, которые сейчас играют на Arizona RP, все ли они сидят через лаунчер? То есть вот так вот задайте себе такой вопрос, и, наверное, вы сами поймете, что не все. И, разумеется, те, кто захотят играть, в случае, если что-то случится с сампом, разумеется, будет лаунчер, в котором все отлично, в котором все замечательно. То есть, ну, если там что-то случится, если там что-то будет, то, разумеется, чуваки смогут перейти на лаунчер и спокойно там все играть, там вообще ни о чем не думать, или, возможно, думать о том, где поднять побольше бабла, где там срубить вот эту вот всю капусту, вот эти вот все там деньги, все вот это вот прочее. Ну, то есть, как-то так оно все и будет. Однако, все, Black Rush, она открыта. Следующий видос, я не знаю, о чем он будет. Наверное, о том, каких ютуберов или какого ютубера, если быть точнее, купила Black Rush на открытие вот этого своего нового сервака. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока и всем, разумеется, до свидания.